Привет, друзья! Вы на канале «Берем и делаем». Хочу быстренько для вас снять такой спонтанный влог. Нас пригласили в сауну в Голландию. У нас уже ночь на дворе. Ну, мы быстренько собрались и едем. Кто хочет с нами, поехали! Такой вот домик здесь, двухэтажный такой. Тут такой целый парк. Тут вот тут народу практически нету. Корона, все корона. Там вот такие еще. На второй день мы пошли погулять после завтрака. Очень хорошая погода. Это вот такой вот кемпинг-пляц, где можно заезжать с машинами. Вот здесь вот игровые площадки. И вот там вот домики такие. Здесь вот тоже места для машин. И ты можешь рядом палатку ставить. Вот здесь вот ящики, вот это свет, вода подключить можно все. Такой вот. Вот это вот уже домики стоят. Это как палатка уже стоит. Ее тоже можно снимать. Тут вот есть поменьше, на больше народа. Ну, сейчас тут никого, конечно, нет. Тут летом очень много народа, что все приезжают, снимают. Сейчас посмотрит. Это вот как же, как бы палатка уже поставленная. Вот здесь вот такой вот, как терраса такая есть. Скамейки стоят. Все тут полностью оборудовано. Это такой, это вот поменьше, на меньше народа. Вот этот поменьше он такой, просто уже, чтобы тебе самому палатку не вести, ты ее можешь снять вот так. Она это. Сейчас посмотрим, что тут. А вот такая вот внутри она. Вот тут ее можно открыть, посмотреть. Вот тут такая вот две кровати, как диван, матрасы такие подняты, и ты можешь столик такой, ты спишь тут. Ну, как обыкновенная палатка она, видите, такая. Так, ее тут, ой, вот так закрываете ее. Ну, вот, вообще-то, на замке должна быть закрыта, но кто-то тут замок он сломал. Я ее посмотрела, что там есть внутри, это на два человека. А вот это, наверное, на человек 8, может, 6-8, большая. Вот так вот там, вот такая вот кладовочка или что-то, она вон там даже, что-то порог там идет, пар такой как идет, я не знаю, что это, но их сейчас не снимаются, потому что они не отапливаются. Ой, надо мне что-то перелезть. Это вот мы прошли только что вот с того парка, где можно с палаткой стоять или палатки стоять, машину там это, а это мы вот перешли сюда. Вдруг как? Относится все к этому же парку. Тут такие вот домики съемные, которые мы сняли. Вот там вот такое озеро. Все, вот тут можно купаться летом. Тут песочек такой, вот горки вот там. Все. Вот здесь вот бассейн. Ну, он, правда, сейчас не работает из-за короны. Все. Но. Отсюда вот начинается вот парк с домиками. Домики идут все почти с каминами и с саунами. Очень много которых. Вот.
Здесь вот такие вот, туда дальше будут другие, у всех разные такие фасады. Вот здесь вот большое кафе, тоже можно посидеть летом, но сейчас все закрыто. Вот тут игровая площадка, а тут такие, как полазить детишкам. Здесь вот большая игровая площадка тоже с детьми. Тут летом, конечно, очень много народа. Такие тут вот уже побольше домики вон идут. Что? Да. Папа. Так, ну вот это вот не знаю, что такое, как, наверное, какая-то амфитеатр или что такое, как театр какой-то, да, вот не знаю, правильно как сказать. Наверное, какие-то представления показывают. Так мы думаем, что тут, наверное, можно сидеть. Это летом, наверное, в основном все. Это вот очень большой парк здесь. Домики всякие разные. Постройки разные. Очень большая виза. Вот здесь вот где погулять. Вообще места очень много погулять, где можно. Но сейчас очень мало народу. Все боятся ездить. А так обычно, если в парках, то даже зимой очень много народу. Вот такие домики интересные. Еще выложены из камыша крыша. Покрыта камышом. Вот эти домики где-то примерно на 12, может, 15 человек. Такие большие. Да. В этих домиках все, и кухня встроена, и посуда, и постель. Кто хочет, может, с постели, кто без постели. Что тут еще есть? Для машинки стиральные, трокнеры. Ну, не везде может. Но вот у нас есть грильница есть. Сейчас я покажу в домике. Домик вот такой с днем. Я его ночью сняла сразу, когда мы приехали. Вот такой небольшой. Ну, как бы все есть. Такой миленький домик. Домики все вот так открываются карточкой. Так не зайдешь просто. Вот здесь вот так сразу прихожая. Туда лестница наверх. Здесь идет вот такой туалет гостевой. Все, все очень чисто, все убрано. Тут идет сразу стиральная. А, извиняюсь, у нас нет трокнера, да, машинка есть, а тут ну, такой тут этот, как отопление, все подключено. Здесь вот кухня идет, полностью благоустроенная кухня, холодильник. Тут полный вот такой большой холодильник. Ну, конечно, он сейчас тут очень полный. Там морозилка маленькая. Тут такой духовка. Можно тут жарить. Все работает очень хорошо. Здесь сверху тоже такой шкаф для всяких продуктов. Здесь окно. Посудомоечная машинка. Она сейчас работает. Ага. Тут вот вся посуда есть. Эти наборы тоже. Тут вообще домик на 4 человека, но тут больше. И тут сковородки, кастрюли. Даже такая вот большая кастрюля, самая на 5 литров. Сковородки 3 штуки, терки, чеснокодавка. Все есть. Графины какие-то тут. Все. Тут вот всякие вазы. Все тут есть, короче. Такое всякие. Ну, все. Есть для посудомоечной машинки, есть всякие таблетки, щетки, тряпки. Все здесь есть. Шпулька наша помылась уже. Вот тут все, видите, посуды хватает. Посуды вообще никакой ничего не надо вести с собой. Короче, тут все тут есть. Такой большой, очень большой стол. Со стульями, лампа, очень много окон, тут диван, тут туда вот выходит на террасу окно, тут вот напротив дивана стоит как его, телевизор, камин газовый,
Мы его, правда, не зажигали, нам не нужен был столик журнальный. Вот здесь на улицу такая вот стоит грильница, она уже греется тут. Сейчас будем мясо жарить. Она вот прям, ой, что-то задымело, она разгорается только, ну, сейчас пойдет. Такой вот стол, очень шикарный стол, вот с такого натурального дерева, он вот так обшлифован. Очень шикарный стол. Здесь вот такой вот камин на улице тоже. Вот вечером он тут горел. Тут вот такой, как уголок отдыха, можно посидеть еще. Здесь идет такая большая, большой, как терраса, вот тут с газоном. Это все принадлежит вот этому домику. Вот тут все от соседей. Вот туда еще вот идет выход. Тут летом играть детям очень хорошо. Вот все огорожено таким забором, проволокой. И в Голландии везде идут вот такие вот арыки. Вот тут вот, если вдруг наводнение или что, вот чтобы вода уходила. Потому что тут рядом море. И вот, вот так вот выглядит домик с этой стороны. Вот этот камин вот горит. Разгорается наша это. Так. Так, вот тут идем наверх. Тут немножко такая крутая лестница. Надо всегда осторожно спускаться и подниматься. Так. Здесь две комнаты находятся. Здесь дети. Сильно мы их снимать не будем. Там они загорают у нас. Здесь другая комната. Хорошо тем, что, знаете, не надо ничего убирать. Тут ничего нет. Здесь еще один вот такой вот туалет. Правда, без раковины находится. Вот здесь ванная. Ванная такая, две раковины, душ здесь. И вот здесь самый уголок наслаждения, сауна находится. Ну, вот такой вот домик. Всем привет. Так вот. Так, наш обед. Секундочку. Вот тут вот мяско нажарили. Тоже еще картошечка с мясом. Салатик сделали. Там еще салатик корейский. Будем сейчас кушать. Всем приятного аппетита. Все, мы вот так убрались, тут прибрались. Как бы полы нам ничего не надо мыть. Это все придет помоет уборщица. Тут все прибрали, освободили шпюль, эту посудомоечную машинку. Все, закрываем двери, карточку выкидываем и все. Поедем домой. Ну что, друзья, всем говорю на этом. Пока-пока, до нового видео. Вот такой у меня был сегодня влог. Всем пока.